привет! С вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое парсер. Парсер — это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в структурированный формат, чаще всего работа с текстовым типом информации. Предположим, вам нужно разместить 1000 карточек товара в вашем интернет-магазине. Это занятие не на один вечер. Вам нужно собрать много информации, обработать, переписать и заполнить карточки. Для решения подобных задач появились программы, сканирующие наполнение веб-страниц на просторах сети интернет, результатов выдачи поисковых систем и копирующие однотипные либо универсальные сведения. Они позволяют распознать огромные объемы непрерывно обновляемых значений. Итак, рассмотрим подробнее, что такое парсер сайтов и как он помогает обрабатывать массивы данных. Данный механизм действует по заданной программе и сопоставляет определенный набор слов с тем, что нашлось в интернете. Как поступать с полученной информацией, написано в командной строке, называемой регулярное выражение. Она состоит из символов и задает правила поиска. При этом, рассматривая программное обеспечение, имеет различные форматы предоставления, стили оформления, варианты доступа, языки, способы разметки и настроены на полное частичное копирование наполнения выбранного веб-ресурса. Парсер сайтов выполняет работу в несколько этапов. Поиск нужных сведений в исходном виде, получение доступа к коду интернет-ресурса, загрузка, скачивание. Извлечение значений из кода веб-страницы, отделяя при этом требуемый материал от программного кода страницы. Формирование отчета согласно требованиям, которые были заданы. Парсер сайтов – это ряд определенных преимуществ при работе с массивами данных. Высокая скорость обработки, в минуты несколько сотен или тысяч страниц, анализ огромных объемов. Автоматизация процесса отбора точно подбирает и отделяет нужные сведения. Однако есть и недостаток – отсутствие уникального контента, что отрицательно отражается на SEO. Применение возможностей этой программы разнообразно. Рассмотрим, где на практике используется процесс разбора массивных данных и выделения из него нужных сведений. Наполнение интернет-магазинов. Для заполнения контентом, содержащим однотипное описание продуктов и технические характеристики, не являющиеся интеллектуальной собственностью, будь то цена, модель, цвет, размер, программа по сбору запускается часто и автоматически разбирает содержание для обновления базы данных. Отслеживание объявлений. Распространено среди риэлторов по недвижимости, автодилеров, перепродажи в других сферах. Это может быть парсер фото, сайта или текста. Получение контента с других площадок. Это самый популярный вид использования рассматриваемого вида программного обеспечения для наполнения сайта контентом. В качестве примеров парсера сайта, использующих данный вид сбора данных, являются туристические компании, обновление сведений о местах отдыха, условиях проживания, погоде, режимах работы музеев, новостные интернет-ресурсы, сбор горячей информации с определенных площадок, обновление постоянной информации. Запускается нечасто, в основном только для проверки наличия новых товаров на определенных площадках всемирной сети. Сбор информации из социальных сетей. Из социальных сетей на веб-страницу, из одной социальной сети в другую, из одного сообщества в другое. Автоматически производит сбор контактных сведений по списку аккаунтов ВКонтакте и сохраняет их в любом удобном формате. Объем и состав собираемых материалов зависит от настройки приватности аккаунтов. Сбор ID активных участников групп, чтобы впоследствии предлагать им рекламировать за вознаграждение интернет-площадку. Позволяет автоматически оценивать аудиторию каждого активного подписчика, отслеживать, когда человек последний раз был в социальной сети. Нужен для извлечения контактных сведений. Используется при создании базы потенциальных клиентов с целью последующей рекламы и направлен на сбор адресов электронной почты. Поиск по собственной базе данных. Парсер структуры сайта позволяет найти необходимое содержимое из базы данных собственного веб-ресурса. При этом он ищет не внешние ссылки, а вхождение поискового запроса, который вбил пользователь. Сбор ссылок с SEO-специалистами. SEO-специалисты применяют парсер ссылок сайта для того, чтобы оценить их количество, на какие ресурсы ссылаются и удалить лишнее. Когда приходится иметь дело с несколькими сотнями ссылок, парсер становится незаменимым инструментом оптимизатора. Он позволяет собрать всю информацию о линках, распарсить ее в удобном виде. Другой вариант применения в оптимизации – составление карты сайта. Ссылок много, вручную собирает файл долго. В этом случае программное обеспечение проверяет все внутренние ссылки
на обрабатываемом портале, узнает все необходимые значения для каждой ссылки и сохраняет все в специальном файле. Происходит сбор на указанной глубине и возврат заголовков ответа сервера. За предоставление результата отвечает шаблонизатор, который формирует требуемый вид конечного файла. Упрощайте жизнь там, где это возможно, но не забывайте о том, что иногда лучше сделать все вручную. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.